покажу. Владимир Юшко, Белоруссия, 28 лет, рост 176 сантиметров, вес 84 килограмма, чемпион Белоруссии, чемпион Кубка России 2004 года по панкратиону. В финале Кубка России встречался с хабаровчанином Владом Саяновым и одержал убедительную победу. Владимир Юшко, Белоруссия. Виталий Мирошников, Республика Казахстан, 25 лет, рост 183 сантиметра, вес 84 килограмма, мастер спорта по боксу, рукопашному бою, джиу-джитсу, чемпион Азии по боксу 2003 года, чемпион Евразии по джиу-джитсу, чемпион Евразии 2004 года, чемпион СНГ 2005 года по панкратиону. Виталий Мирошников, Казахстан. Первый бой турнира. Юшко, опытный спортсмен, достаточно известен в Хабаровске. Он сколько раз приезжал к нам уже? Ну, это его уже второй приезд. Он выиграл Кубок России здесь, в Хабаровске. Техника вообще, конечно, идеальная. Видно, что он пропустил удар снизу на проходе. Но, несмотря на это, уверенно делает свое. Паттер у него просто идеальный. Великолепное знание болевых, удушающих. Хотел сказать ему, что он очень часто заканчивает бой болевыми приемами. Болевыми приемами, да. Техника болевых. Ну вот мы видим, уверенные переходы. Все. Сдался спортсмен. Да. Спортсмен из Казахстана сдался. И понятно его удивление. В общем-то, серьезный уровень бойца. И по боксу, и по рукопашному бою, и по боям без правил. И так быстро, и... Легко прошел бой для Владимира Лешкова. Хотя удар он все-таки пропустил, когда проходил в ногу. Ну, не помешало закончить бой уверенно и достойно.